Несколько дней назад у нас выпал снег. Толщина снежного покрова была где-то 10 сантиметров. Он был пушистый и мягкий. Но удивление в том, что после снега пошли грибы. Конечно, снег везде растаял, остались только небольшие кусочки. А вот грибов появилось много. Прямо целыми полянками. И грибы разные. Да простят меня грибники. Я не знаю названия грибов, но на сегодняшнем видео, мне кажется, это подснежники и снеговички. Ну, смотрите, ну, прямо удивление. Вот так вот, целым рядочком. Ну и по отдельности. Вот такое чудо природы.